привет на канале Old Dutchman. Сегодня у нас с вами солнечная погода. И в эту солнечную погоду я решил вам кое-что рассказать об абсурдности некоторых немецких законов. А именно, есть такое понятие Datenschutzgesetz, то есть закон о защите приватной сферы. Вот. Почему я решил затронуть эту тему? Несколько дней назад я смотрел видео одного человека, он живет неподалеку от нашего города. Он тяжело работал, он построил свой собственный дом, его обокрали. Это так вкратце. Что сделали? Он сидел со своими родственниками, со своей семьей у себя в саду, сзади дома. Никого не трогал. Отдыхали культурно выходной день. И пока они отдыхали, к нему в дом залез вор. Причем залез очень аккуратно, интеллигентно. Камера видеонаблюдения, установленные на доме, все засняли. Как человек подошел к его дому, посмотрел по сторонам, аккуратно открыл калитку, калитка была не заперта, аккуратно открыл калитку, взял велосипед, который стоял около двери в дом, вышел с этим велосипедом, закрыл калитку, сел на велосипед и уехал. Человек, естественно, подал заявление в полицию, с него взяли все его данные, кто, откуда, где взял велосипед, когда купил. Он говорит, естественно, я лет 7 назад его покупал, говорит, не помню, какая цена. Говорит, а какой номер рамы? Говорит, а фиг его знает. Я что, записывал номер этой рамы, что ли? В общем, с него взяли все данные и сказали, что в этом магазине, где он покупал велосипед, там в течение 10 лет сохраняются все данные покупателей и тех велосипедов, которые проданы. Вот, давай, ну проезжай быстрее. Вот, и сказали, что ну мы приложим в полиции, мы приложим все усилия к поиску этого вора, к поиску вашей пропажи и так далее. А человек спрашивает, вот как раз мы сейчас подходим к этому закону Datenschutzgesetz. Человек спрашивает, а могу ли я распечатать его фотографию с этих видео и развешать здесь на столбах и в магазинах у нас по городу, чтобы люди знали, с кем имеют дело, что если вдруг увидят, чтобы могли заявить в полицию. Нет, вы не имеете права, сказали в полиции, потому что таким образом вы нарушаете его личную приватную сферу, потому что не спросясь его разрешения, вы размещаете его фотографии везде. Ну вот видите, абсурд какой. Ну, он говорит, ну хорошо, ну а вот эти видеоматериалы, которые у меня есть, имеются по поводу того, что он украл у меня велосипед, там же все запечатлено, все досконально, до малейшей подробности. Они сказали, что только с разрешения прокуратуры и с разрешения этого человека вы на суде имеете право применять эти видеоматериалы. Если этот человек не разрешит, то, и когда его поймают, если он не разрешит, то вы не имеете права применять эти видеоматериалы. Абсурд, да? Казалось бы, блин, ну вот вам доказательство, что, блин, вор, блин, с поличным, блин, можно сказать, взят, блин. Давайте развешаем на столбах везде объявления, как вот о этих политиках, которые он там висит там на большом баннере, чтобы все в городе видели, что вот это вор, блин, а вор должен сидеть в тюрьме, как говорил товарищ Жеглов. Но нет, нифига. В демократическом немецком обществе такой... Ой, какой красавец стоит Мустанг, старый, блин, 60-х годов, блин. В демократическом немецком обществе такое делать нельзя. Это вот, знаете, конечно, да, это вызывает такое вот смятение, абсурдность вот таких вот законов. Казалось бы, этот закон должен стоять на защите, скажем так, прав потребителя, на защите жертвы. Но нет, нифига, этот закон... вообще придуман для того, чтобы его умные адвокаты, умные юристы умели правильно обойти. Сейчас я вам приведу один пример, чтобы не быть голословным по поводу вот этого применения вот этого закона. Несколько лет назад, когда была корона, в соседнем городе у нас тут за 40 километров, город называется Штраубинг, к одному хозяину магазина среди ночи залез вор. Он залез через вентиляционное отверстие, это была зима, он залез через вентиляционное отверстие в магазин, не удержался, свалился там, переломал несколько вот этих стеллажей, сломал себе ногу, пытался там что-то украсть, в общем, устроил погром в магазине, и
тем же самым способом через вентиляцию выбрался из магазина, не знаю, украл, не украл, но погром устроил. Что здесь? Да, все это было заснято на камеру видеонаблюдения. К чему я говорю? Все это было заснято. На утро, когда хозяин магазина пришел со своими продавцами открывать магазин, увидел, что там погром, посмотрел сразу в камеры, которые зафиксировали факт вот этого вот вторжения, домушничества. Что сделал этот человек? Ах ты ж, зараза такая бешеная, на тебе. И разместил все это видео на Ютубе. Естественно, он указал там все свои данные, где, на какой улице, в каком городе было совершено вот это нападение в магазин, на магазин вернее. Ну, правда, это была ночь, было темно, и рыло физиономию этого бандита увидеть невозможно было, но это буквально за несколько дней видео собрало сумасшедшее количество лайков, просмотров, там что-то за сотни миллионов просмотров ушло, там смешных комментариев, там было целая уйма. И вы не поверите, буквально через какое-то короткое время на хозяина этого магазина вот этот вот вор-домушник, который пытался, залез к нему в магазин, устроил погром, хотел что-то там у него украсть, не знаю, не помню, украл, не украл, подал в суд. Но подал через своего адвоката в прокуратуру заявление, не просто в полицию, а в прокуратуру заявление о нарушении прав вот этого, о нарушении приватной сферы. Согласно закону, вот это вот Datenschutzgesetz, согласно этому закону, его адвокат сказал, что мы вытащим деньги с этого вонючего паразита, которого ты хотел обокрасть. То, что ты хотел его обокрасть, это другое дело. Главное, что он, не спросясь твоего разрешения, разложил видео с твоим взломом к нему в магазин на Ютубе. Из тебя смеются теперь люди. Вот как с ним разговаривал адвокат. В общем, первый суд, действительно, это была наглость, это говорили и по телевизору, это говорили в радионовостях у нас очень долго, несколько месяцев, журналисты и радио следили за процессом. В конечном итоге, вы не поверите, согласно вот этому закону о защите вот этой приватной сферы, хозяина магазина приговорили к штрафу. К денежному штрафу в несколько тысяч евро за то, что вот он, не спросясь разрешения у этого бандита, взломавшего его магазин и устроившего погром, разместил видеоматериалы с тем, как тот гад устроил преступление. Понимаете? Суд приговорил этого человека, хозяина магазина, к серьезному денежному штрафу. Дальше больше. Этот человек, владелец магазина, подал апелляцию в Верховный суд. Земельный суд подал где-то там в Нюрнберге, по-моему. Более полугода длилось следствие. В конечном итоге решение их Штраубинского суда было аннулировано. Штраф был признан недействительным. И да, конечно, пожурили вот этого владельца магазина, что он, мол, не имел права размещать вот это видео согласно вот этого закона. Но раз был факт преступления, факт взлома, на основании вот этого Верховный суд отменил решение Штраубинского суда, отменил решение о наложении штрафа на хозяина магазина и наложил административный штраф на вот этого идиота. Его не посадили в тюрьму, его, по-моему, приговорили к нескольким тысячам евро, потому что сжалились над тем, что этот придурок сломал себе ногу, когда ввалился в магазин. Вот, хорошо, жалко, что не голову, да? Вот такие вот дела. Вот, знаете, и вот тот случай мне вот запомнился, думаю, ну как так, блин, вот как так? Это получается, что если на улице какое-то животное вечером нападет на вас и попытается у вас отобрать кошелек с деньгами, снять цепочку золотую или сорвать с руки кольцо, если вы дадите ему достойный отпор, разобьете этому, блин, животному морду,
то это животное имеет полное право на основании закона и правильного адвоката подать на вас в суд за то, что вы нанесли ему телесные повреждения. Вы понимаете, о чем я говорю? Это идет к тому, что вот у нас тут только в нашем городе, я говорю конкретно за наш город, если ловят какого-то сирийско-афганско-португальско-молдавского беженца, гипотетически выражаясь, на том, что он изнасиловал какую-то девушку в парке или ночью где-то там на берегу озера или реки, поймал ее, избил, изнасиловал. Если его ловят, то почему-то его не сажают в тюрьму, его отправляют в психушку. Говорят, буквально в течение пары дней сразу становится ясно, что он психически больной. У него какая-то там психическая травма у этого придурка, блин, который изнасиловал человека, изнасиловал девушку, да? У него психическая травма, его отправляют в психушку, потому что он беженец. Если бы это был не беженец, а немец, его бы посадили в тюрьму. Вот тут у нас как делают. И конкретно вот я хотел по этому закону о защите вот этих приватных прав и так далее сказать следующее. Вот у нас в городе очень много, действительно очень много, на каждой улице у нас секции карате, бокс, дзюдо, джиу-джитсу. Потом есть у нас огромный спорткомплекс, там занимаются миксфайтеры. У нас тхэквондо занимаются, у нас муай-тай, кикбокс. На каждой улице у нас есть секции. А вот теперь скажите мне, для нахрена эти секции, если вы, подвергшись нападению какого-то гопника на улице, не можете дать ему достойный отпор? Нахрена вот эти секции? Для чего? Я понимаю, те профессиональные спортсмены, которые занимаются, допустим, кикбоксом или тайским боксом, вот как мой коллега, блин, Лео, тайским боксом занимается, он ездит на соревнования, он воюет, дерется за чемпионские титулы, за пояса и так далее. С этой стороны я могу понять, но когда люди приходят на курсы самообороны, та же самая крафмага, где вот у нас вот проводятся время от времени курсы вот этих по крафмага, люди приходят, люди платят бешеные деньги за эту самооборону. Люди учатся тому, как уметь себя защитить при нападении со стороны. Но они, оказывается, не имеют права защищаться, потому что любой гопник, любой бандит вот этот вот, или домушник, который залез к вам в дом, он подаст на вас в суд за то, что вы его избили. Он посягнул на вашу жизнь, он посягнул на вашу собственность, вы дали ему в морду. А оказывается, этого делать было нельзя. Оказывается, в морду ему давать нельзя было. Нужно было пожурить его пальчиком и сказать: ай-яй-яй, так делать нехорошо. Ты ведь в демократическом государстве, у нас так не принято поступать. А попробуйте какому-нибудь болгару или румыну, который сюда приехал в Германию, блин, поживиться чужим добром, это объяснить. Он же не поймет, у него совершенно другой менталитет. Вот вам пример. Пару лет назад у нас в городе поймали нескольких с бывшей Югославии, то ли боснийцы, то ли сербы. Они ездили тут несколько месяцев по городу, и вот этот вот маленький, типа маршрутки, вот этот вот бусик у них небольшой, они воровали дорогие велосипеды, дорогие на аккумуляторах велосипеды, потом хорошие вот эти вот трековые велосипеды, они воровали. И их все-таки вычислили. В течение нескольких месяцев за ними следила полиция. Они вычисляли по карте, где случилось что. И в какой-то момент полиция на них нарвалась, они их поймали. Когда они открыли, и главное, что вот интересно, настолько наглые, да, у них в этом бусике у них все эти велосипеды были сложены, там штук 15 велосипедов, по-моему, было, блин. Полицейские сказали: вы не охренели? А этот, один из них так и открыто и сказал. Мне полицейский потом знакомый говорил об этом: ты представляешь, какая наглость? Он один так и открыто сказал: а почему нет, блин? Вы живете хорошо, мы тоже хотим жить хорошо, бля. Мы тоже хотим жить хорошо, бля.
Вы себе еще таких велосипедов купите, потому что вы немцы, у вас денег до хрена. Вот, пожалуйста, менталитет. Вот, пожалуйста. А вот попробуйте, если вы кого-то поймаете на улице, кто пытается вас избить, да? Вы окажете ему отпор. И еще неизвестно, блин, кто окажется прав. Вы или тот чмошник, который на вас напал. Вот такие вот, ребята, бывают дела. Да, вот такие бывают ситуации в жизни. Ладно, не забудьте подписаться на этот видеоканал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Конечно же, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новинок у нас на канале. Ну и всем удачи, не болейте. И как бы, в какой бы ситуации вы ни находились, держите ухо востро. Если надо бить в морду, бейте так, чтобы не было свидетелей. Всем удачи, пока.